благоприятен день для людей, родившихся в годы коровы, тигра и кролика. В этот день задуманные дела будут решаться легко. Благоприятно писать научные труды, трактаты, постигать науку, новую профессию, изучать языки, астрологию, совершать подношения, проводить обряд жаптуй, ставить закваску, усмирять врага для жестокого решения некоторых вопросов. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. Не рекомендуется строить дуган, субурган, начинать стройку, сеять зерно, покупать и продавать вещи, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, а также проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу – к разочарованию. Задуманное не получится. Стрижка волос – к приятным находкам.